Любовь – это когда все друг друга любят. Это кто влюбился? Папа в маму, а мама в папу. Когда человек в кого-то влюбляется, женится и происходит еще свадьба. Любовь – это когда любят человека очень сильно, когда вы обнимаетесь. И говорит: «Я очень тебя сильно люблю». Или еще они дарят цветы, конфеты. Этот день, да, врезают сердечки, да, человеку, который нравится. Вот, я знаю, кому я подарю, только это секрет. Мальчик, например, влюбляется в девочку. Они берутся за руки, смотрят друг на друга. В этот день мальчики своим девочкам дарят цветы, плюшевые игрушки, сладости, украшения, цветы в корзине. Любовь – это день любви.